любви Платона. Так. Буква. Так. Рассказывайте, что у вас в руках? У меня букварь, а у меня ананас. Значит, Платон кушает букварь, а Илья? Не хочу букварь. Ну, как не хочу. А Илья ананас будет кушать, правильно ли? Да. Это у тебя настоящий ананас или пластмассовый? Настоящий. Платону дашь? А его нету, да? Где Алёша? Ты будешь? Понятно. Тогда рассказывайте, какими буквами пишется слово ананас. Илья, скажи ананас. Ананас. Так. Ананас. Молодец. Илья, скажи ананас. Ананас. Будем кушать или салат? Ура!